рады сообщить о существенном расширении товарной матрицы сварочных аппаратов Denzel. Теперь помимо сварочных аппаратов типа MMA, то есть аппаратов для ручной электродуговой сварки с покрытым электродом, в ассортименте появились и полуавтоматические модели для MIG-MAG сварки. TIG-аппараты, они же аппараты для дуговой сварки в среде инертного газа с неплавящимся вольфрамовым электродом, появятся в продаже в ближайшее время, и о них будет подробно рассказано в одном из следующих видео. MMA сварочные аппараты, они же аппараты для ручной дуговой сварки, представлены тремя линейками – Compact, Standard и Top. Аппараты линейки Compact знакомы нашим клиентам и хорошо себя зарекомендовали как недорогие и надежные устройства, позволяющие выполнять широкий спектр задач в любительском и полупрофессиональном сегменте. Профессионалы используют такие аппараты при необходимости проведения высотных работ, благодаря компактным размерам, малому весу и удобному наплечному ремешку. Линейка представлена четырьмя моделями со сварочным током 160, 180, 200 и 230 ампер. ПВ, то есть максимальное время бесперерывной работы в течение 10-минутного цикла, у всех моделей равно 70%. Это значит, что после 7 минут непрерывной работы с максимальным сварочным током аппарату нужно дать остыть в течение 3 минут, после чего цикл можно повторить. Если превысить это время, автоматически сработает термозащита. Все модели линейки оснащены функциями Hot Start, Anti-Stick и Arc Force. Благодаря этим функциям существенно упрощается поджиг и поддержание дуги. А в случае залипания электрода ток автоматически снижается до очень низких значений, что уберегает электрод от прокаливания и обсыпания обмазки. Панель управления проста в использовании. Аналоговый регулятор позволяет выбрать сварочный ток, а световые индикаторы указывают на готовность аппарата к работе или на срабатывание термозащиты. Сварочные провода в комплекте имеют сечение от 14 до 20 квадратных миллиметров в зависимости от модели. Длина проводов с электрододержателем у всех моделей 1,8 метра, а проводов с зажимом 1,2 метра. Линейка Standard также представлена четырьмя моделями со сварочным током 160, 180, 200 и 220 ампер. ПВ при этом достигает 60%. Ключевым отличием линейки Standard от Compact является повышенное напряжение холостого хода до 72 вольт против 50. Это позволяет проще разжигать сварочную дугу. Также простоте поджига способствует наличие на всех аппаратах функции Hot Start. На старшей модели линейки эта функция регулируется. Функция Arc Force или форсаж дуги присутствует на всех моделях линейки и не регулируется только на младшей версии. Функция Anti-Stick присутствует на всех моделях и включена по умолчанию. Регулировка сварочного тока производится аналоговым регулятором. Точное значение при этом отображается на цифровом дисплее. На старшей модели дисплея 2 для контроля сварочного тока и установки значения функции Arc Force. Сварочные провода в комплекте имеют сечение от 16 до 30 квадратных миллиметров в зависимости от модели. Длина проводов с электрододержателем у всех моделей линейки 1,8 метра, а проводов с зажимом 1,2 метра. Линейка Top подойдет как начинающим сварщикам, так и профессионалам, поскольку обладает широким набором функций и возможностью их регулировки. Напряжение холостого хода 62 вольта, а благодаря функции ВРД может быть снижено до 12 вольт для обеспечения безопасности в состоянии простоя. Особенно это важно при эксплуатации в условиях повышенной влажности воздуха. Продолжительность включения для моделей со сварочным током 160, 180 и 200 ампер – 80%, для модели на 220 ампер – 60%. Все модели оснащены функциями Hot Start, Arc Force и Anti-Stick. Первые две также регулируются на всех аппаратах линейки. Регулировки можно контролировать на цифровом дисплее. Помимо регулировок этих функций, на дисплее можно увидеть функцию TIG-Lift. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо докупить специальную горелку с вольфрамовым электродом. Для начинающих сварщиков будет полезен режим синергетического управления, который позволяет настроить аппарат буквально за пару нажатий. В этом режиме можно увидеть, для какой толщины свариваемых деталей и электродов подходит установленный сварочный ток.
Функции Hot Start и Arc Force в этом режиме подстраиваются автоматически. Сварочные провода в комплекте имеют сечение от 16 до 25 квадратных миллиметров в зависимости от модели. Длина проводов у всех моделей линейки 2 метра. Denzel предлагает широкий спектр сварочного оборудования, с помощью которого можно выполнить любые задачи. А трехлетняя гарантия от производителя подтверждает высокое качество инструмента и оснастки к нему.